Всем привет! Я наконец перехожу к содержательной части курса, достаточно содержательной. В прошлый раз я рассказывал вам о виртуализации контейнеров, и сейчас расскажу, во что это сейчас постепенно выливается и уже вылилось в некоторых успешных проектах. Собственно, это вводная лекция, я так надеюсь, что уложусь в три. Ну, собственно, начнем. С появлением виртуализации как таковой никто не воспринимал это, я так понимаю, всерьез долгое время, но в какой-то момент всех озарило, что виртуальные машины дают не только отвязку от конкретных физических ресурсов, но и позволяют заниматься плотной упаковкой в всяких удаленных окружениях. Как я уже в прошлый раз приводил довольно удачный, по-моему, пример с тем, как огромную кучу рабочих станций можно заменить использованием одного с хорошего мощного сервака. Но как бы это просто развитие этой идеи. Облачные системы, как таковые, позволяют использовать эти ресурсы как обычным пользователям, так и продвинутым пользователям. Обычным пользователям, и этому посвящен сегодняшний доклад, обычно предоставляется какой-нибудь няшненький веб-интерфейс, в котором можно потыкать мышкой, получить то, что тебе нужно, и уйти. Для продвинутых пользователей существуют специальные скрипты оркестрации, собственные SDK-библиотеки, которые позволяют эти ресурсы дергать, опускать и так далее. И, в общем, все сейчас очень удобно. Правда, все, что сейчас удобно, обычно платное. Соответственно, я надеюсь, вы уже успели прочитать слайд. Я как раз буду рассказывать о стризе с точки зрения пользователя. В следующий раз я расскажу про архитектуру OpenStack в целом и достаточно в деталях. А на третьем семинаре я расскажу, как этим всем пользоваться, как продвинутым пользователем, поскольку успею подготовиться. Преимущества довольно логично вытекают из-за того, что облачные среды практически всегда используют виртуализацию. Существуют специальные среды, которые выделяют железки по запросу целиком, так называемый bare metal. Их я здесь не рассматриваю, потому что это обычно нужно, когда для вычислений нужны суперспециальные железки, которые выделяются по запросу. В целом, у нас в институте есть отдельный кластер, который как раз в этом режиме работает, но это не так интересно, потому что это умели делать и раньше. Соответственно, бонусы огромные, потому что если вам нужно для какого-то конкретного проекта посчитать 100-500 терабайт данных, вам совершенно не обязательно закупать собственное оборудование, и можно использовать те мощности, которые предоставляют вам провайдер этих облачных услуг. Кроме того, есть очень интересный момент, почему это вообще выгодно провайдерам. Провайдерам это выгодно, потому что у них возникает эффект плотной упаковки, они сами следят за всем железом, у них есть собственные способы следить за энергопотреблением, снижением энергетических квот внутри там, стоек и прочего, и в конечном счете все получается гораздо дешевле. Опять же, пример с прошлой лекции про то, что этот один сервак жрет чуть больше киловатта, а ваши 50 рабочих станций сожрут там половину мощности здания. Соответственно, я на самом деле сейчас просто достаточно быстро иду, потому что здесь 59 слайдов, и в общем не очень хорошо. Лидером в отрасли сейчас является, на мой субъективный взгляд, Amazon, потому что он фактически первый, кто успешно смог коммерциализировать выдачу облачных ресурсов и построил вокруг этого огромную инфраструктуру, которая уже не является непосредственно IaaS уровнем, это я, по-моему, уже рассказывал, но и предоставляет кучу всяких служб. Из того, что сейчас перечислено на слайде, на скриншотах там одной из главных страниц, я не знаю, чем занимается 2/3. И это, в общем, довольно показательно. В общем, из основных сервисов сейчас
просто будут понять, на что обращать внимание. Самое распространенное, я так понимаю, ЕЦ-2. В общем, ЕЦ-2 занимается тем, что выделяет виртуальные машины по запросу. Недавно появился сервис контейнеризации, где можно из собственного Docker Registry, опять же, в прошлый раз рассказывал, вытягивать образ контейнеров и запускать их. Они, правда, довольно нелепо это сделали, но я думаю, что они все еще успеют переделать, потому что это действительно новая штука. Я про ЕЦ-2 контейнер сервис сейчас рассказываю. Смысл там в том, что они сейчас предлагают это делать так, что вы создаете кластер из виртуальных машин, говорите, что я буду использовать его для докера, а дальше внутри этих виртуальных машин докер уже запускается, ну, какими-то пачками. Не очень понимаю, в чем сильный выигрыш, кроме того, что если ты умеешь создавать докер-контейнеры и не умеешь настраивать виртуалки, это, наверное, был бы. Но как бы у них сейчас есть очень интересный конкурент в виде непосредственно докера, потому что докер запустил Docker Cloud, который с контейнерами делает вообще все, что угодно. Поэтому здесь они, конечно, проигрывают. Собственно, второй по популярности — это S3, который позволяет вам закидывать в облако условно бесконечное количество файлов, снабжать их всякими описателями в виде каких-нибудь JSON-ок и вытягивать эти данные обратно. Именно S3, долгое время, не знаю, сейчас используют или нет, но раньше точно использовал Instagram. Все фотографии, которые вы туда заливаете, попадали именно туда. Третья по популярности — это Glacier. Очень занятная штука. У них есть огромный парк не только физических серверов и так далее. У них есть еще гигантские хранилища на магнитных кассетах. Смысл в том, что вы можете взять и сказать, что вот сейчас я вам по почте, там, почте России пришлю 200 дисков, сбэкапьте их, пожалуйста, вот куда-нибудь туда. И они действительно сбэкапят, а потом смогут, ну, либо отдать по сети, либо переслать вам, но они говорят, что типа, в течение суток они вам это как-нибудь смогут вернуть. Естественно, бэкапить можно и не по почте, можно там, сказать, что вот образ от виртуальной машины закиньте к себе. В общем, довольно забавно. Очень вдохновляющая штука, о которой я сейчас рассказывать не буду, но вот этим, возможно, мы когда-нибудь займемся, потому что здесь я лично собой горд, потому что предвидел этот поворот уже там, 2 года как. Ну да ладно, короче, про Amazon говорить неинтересно, потому что любой человек может зарегистрироваться, получить все эти бесплатные ресурсы на год, ну, в смысле, в бесплатном виде получить кусок каждого из ресурсов на год в каком-то количестве и переиграться. Я просто всем рекомендую, потому что самый простой способ. Можно завести какую-нибудь виртуальную карту на Киви с лимитом $3 и вас туда пустят. Вот, Саша, я не знаю, здесь или нет, но вот как раз сейчас прошел для вас и таким вот способом. Но, собственно, хотел рассказать я про открытые решения. Открытых решений на самом деле более-менее два. То есть на самом деле, конечно, тьма, но рабочих в какой-либо степени два. Это OpenStack и Eucalyptus. Про Eucalyptus рассказывать не буду, хотя лично мне он кажется более вменяемым, чем, ну, то есть им мы не занимались, а OpenStack занимались. Чем больше мы занимаемся OpenStack, тем больше я жалею, что мы не взяли Eucalyptus. Но OpenStack как-то покрупнее, помощнее и много чего умеет. Ну, типа умеет. Собственно, вот эта схемка — это... О, Господи. Это логическая диаграмма, кто с кем из основных сервисов OpenStack разговаривает. Сам OpenStack разбит на якобы независимые проекты. Это на самом деле очень условное допущение, потому что на самом деле они все друг от друга зависят в какой-то степени. Но пишет каждый проект отдельная команда или несколько команд. Существует некий специальный OpenStack Foundation, который руководит стратегии развития OpenStack с годами. Каждый год появляется проектов по 5 новых. Вот те, что здесь перечислены, они на самом деле существуют уже пару-тройку лет. Потому что ну, вот всякие вот такие штуки я не хочу включать пока никуда. Потому что не то чтобы они очень уж стабильные и полезные. Но я затрону, наверное, их на следующем докладе, чтобы просто была полная картина. Но смысл в том, что на самом деле зависимости между
проектом OpenStack это такой хитрый граф. В минимальной комплектации OpenStack заработает, если вы поставите вот эти три и подружите их между собой. Ну и сейчас я расскажу как раз про этот набор со скриншотиками и пояснениями, чтобы было не так скучно. Соответственно, первое, с чего начинается OpenStack, это изначально в каком-то 9-10 году был единственный проект вообще в OpenStack, который делал абсолютно все. Это был сервис аутентификации и авторизации. Он же в те годы следил за виртуальными машинами на КВМ, он же следил за виртуальными сетями, ну и в общем плюс ничего не умел. В те времена, мне кажется, вообще все было очень хорошо и слажено. В какой-то момент они начали, ну, собственно, появился OpenStack Foundation, и они начали плодить проект как кролики, причем, судя по всему, путем прямых форков. Взяли всю кодовую базу, скопировали и пошли. Во всяком случае, мы находили некоторые очень интересные переклички, и наш бывший коллега Борис Павлович рассказывал о том, что все так и есть на самом деле. Если бы он не сказал, мы бы и не заподозрили, но... Короче, сейчас все сводится к тому, что каждый проект пытается отвечать за какой-то свой маленький набор задач, и общается он в основном только с штуками, которые входят в сам OpenStack. Конкретно Keystone предоставляет несколько базовых понятий. Понятия достаточно простые. Первое – это пользователь. Собственно, пользователь может входить в одну или несколько логических групп, которые называются проектами. Все пользователи, которые входят в один проект, видят в пределах этого проекта, что они делают. То есть пользователь Вася видит, что делает пользователь Денис там, в проекте там, распределенные вычисления. Видит все пространство его виртуальных машин, его виртуальные сети, может ткнуть на любую машину и без его ведома уничтожить, например. Но, в общем, здесь надо просто с умом все это делать. Keystone умеет якобы дружиться с другими службами, с отвечающими за аутентификацию, авторизацию, безопасность и так далее. Заявлено, что они умеют дружиться с LDAP и Kerberos, но это неправда. То есть они дружатся, то дружатся, но каждый запрос занимает 2 минуты, если у вас больше 5 пользователей. Это мы как раз на той неделе проверяли. Собственно, второе базовое понятие, которое обслуживает Keystone, он является каталогом сервисов. То есть все вот эти вот штуки, в первую очередь, когда вы их настраиваете, устанавливаете и так далее, заносятся в специальный каталог. Я сервис Glance, во внутренней служебной сети я слушаю вот это, во внешней сети для внешних пользователей я слушаю вот это, и там админская сеть, в которой можно делать все что угодно, вот такая. Keystone это запоминает, и каждый раз, когда вы начинаете с OpenStack общаться при помощи API, первое, что вы выясняете, это, ну, а куда мне вообще идти? То есть хочу Glance. Ну да, в общем, большая часть проектов OpenStack, если вообще не все, это обычные приложения на питоне, которые представляют собой обыкновенные выездные приложения. Соответственно, вот это как раз та часть с эндпоинтами. Я здесь показываю только веб-интерфейс, потому что он хоть и дурацкий достаточно, ну, не дурацкий, просто здесь все смешано. Но зато в нем видно, что происходит. Вот у меня есть в нашем собственном облаке некоторый набор настроенных сервисов. Некоторые строчки на самом деле являются одним и тем же сервисом. Вот, например, CloudFormation Orchestration — это проект HIT. Ну и, грубо говоря, специальным запросом можно получить, а где что брать. Соответственно, вот здесь задаются как раз, какие пользователи к какому проекту принадлежат. И плюс Keystone еще хранит SSH-ключи, чтобы вы могли подключаться к своим виртуальным машинам, если они построены на каком-нибудь Nix-окружении с CloudNative, который эти ключи сможет подкинуть внутрь. Соответственно, второй проект, который отделился самым первым, это было новое. Новое занимается, в общем-то, самой сложной частью, ну, одной из двух самых сложных частей.
она как раз занимается спиртальными машинами. Изначально поддерживалась только КВМ, сейчас точно работает КВМ и Докер. Очень давно заявляется, что работает Дзен, но я до сих пор в это толком не верю, потому что слишком много плясок там надо делать, и, в общем, больше напоминает сказку про Кощея Бессмертного, потому что там каждый следующий слой спрятан все глубже, глубже и глубже, а в конечном счете все сходится к тому, что там заворачивают три трансляторы разных API, которые должны друг с другом разговаривать, а при том, что и у тех, версии меняются постоянно, я не верю, что они могут следить за совместимостью нормально. Да, забыл сказать, что весь Amazon работает на Zen, не на KVM, и это довольно занятно, потому что все остальные используют обычно KVM. Ну или какие-то простые данные ошибки. Соответственно, Nova, по сути, говорит, что... Точнее, не говорит, а ей делают запросы вида. Хочу виртуальную машину вот такого-то типа. Тип виртуальной машины — это сколько у нее всяких ресурсов, типа процессора, памяти, дисков, постоянных дисков, исчезающих дисков, всякой такой хрени. Так вот, хочу вот такую-то машину для вот такого-то пользователя, для вот такого-то ключа, и чтобы она попала вот в эти сети. Новую запускает этот процесс создания виртуальной машины, говорит, с кем ей нужно поговорить. Если, например, ей нужно персистентное хранение, она говорит с Синдером. Если ей нужно что-нибудь хитрое от сетей, она начинает разговаривать с нейтроном, получает все эти ресурсы, подцепляет удаленный диск с образом системы и запускает гипервизор, который как бы дальше всем этим и управляет. К ней же прикручивается довольно отличительная часть от того же Амазона. Nova в том числе занимается тем, что пробрасывает BNC-сессии. Так что у каждой виртуальной машины вы можете посмотреть на условно ее экран. Это довольно удобно, потому что в Амазоне вы можете только по SSH подключиться. Если что-то пошло не так, то вы вообще не увидите, что произошло. Соответственно, выглядит это примерно так. Вот вы выбираете условно тип виртуальной машины, он вам говорит, вот то, что я вам дам. Этот диск будет жив, пока вы не уничтожите машину. Вот этот диск исчезнет вообще, как только она ребутнется. Ну, здесь нету третьего диска, потому что я его просто не цеплял. Ну, и мог быть третий, а вот этот диск будет храниться вечно вот так, пока не удалите. Соответственно, вот столько у нее оперативки, столько процессоров. Здесь показывается, еще здесь за проектора не видно, сколько ресурсов типа занято для этого проекта из всех. Потому что ресурсы, очевидно, не бесконечные, если это поднято на собственной инфраструктуре. Соответственно, дальше вам предлагается задать способ, как вы туда заходить будете. Там, выбираете ключ, вот это мой, например. Говорите, что выберите security group. Security group — это ограничение на вход. Здесь сказано сейчас, что пускай всех, кто ломится по 22-му тракту. После чего вы говорите, в какие сети эта машина должна войти. Ну, типа, вот я хочу внутреннюю сеть и еще одну сеть. Что выйдет? Будет два виртуальных сетевых интерфейса. Ну и после этого она там какой-то момент запустится и скажет, что запустились. Как раз вот вчера у нас проходила в этой тестовой нашей среде олимпиада для Linux-администраторов, которые взяли и сожрали терабайт памяти и вообще там четверть кластера. Ну, короче, оно работает. Ну, собственно, то, что я вот сейчас вам на скриншотиках показываю, это на самом деле проект Горизонт. Он довольно дурацкий тоже, потому что медленный. Ну, прежде всего, дурацкий, потому что медленный. Во-вторых, пишут его в основном программисты, а не дизайнеры интерфейсов, поэтому, в общем, как-то все неочевидно становится иногда. Плюс эта штука ломается там, то есть если попытаться проапдейтиться на какую-то промежуточную версию, которую не знает обо всех изменениях в API каждого из сервисов, она просто там сломается целиком. Вот это меня больше всего удручает, потому что, как бы, по моим представлениям, она не должна ломаться, если она не умеет разговаривать с каким-нибудь бесполезным сервисом, который ее отключит. Но такова жизнь. С другой стороны, эта штука модульная, поэтому в целом нужно выпилить все ненужные штуки и впилить их. И вообще, те, кто ее делают, позиционируют ее не как веб-интерфейс к OpenStack, они говорят, что это типа специальный фреймворк для построения веб-интерфейсов для ваших OpenStack'ов. В общем, всякие там
PHP, который держал свое облако Helium, я так понимаю, сконструировал собственный веб-интерфейс вот на базе Горизонта. Ну и Горизонт — это обычное приложение на Django, в котором просто в каждом модуле импортится нужный модуль SDK самого OpenStack и делаются прямые запросы к ресурсам. Ну именно поэтому и проблема, на самом деле, потому что у вас клиентские библиотеки могут не всегда соответствовать ответной части. И поскольку они развиваются вообще не синхронно, то попасть не туда очень легко. То есть я пытался выбрать, на какой же версии Горизонта из примерно 150 остановиться, вот так день, наверное, пока он не заработал. Соответственно, второй самый сложный проект, а на самом деле первый, на мой взгляд, это Neutron, потому что он самый непонятный, самый конфигурируемый и используется вообще везде. То есть в целом в OpenStack можно, например, не использовать виртуализацию вообще. С другой стороны, это вообще никак не освободит вас от обязанности настраивать тот же самый Neutron. Потому что если вы хотите от OpenStack только объектное хранилище, например, то пока вы не соедините все компоненты OpenStack внутри сервиса виртуальных сетей, у вас ничего не заработает. Идея такая, что сам по себе нейтрон отвечает сразу за все сети, которые в системе есть. Первая часть — это до виртуализации всего вообще. Это сети, по которым OpenStack разговаривает между собой. Потому что, ну, вообще это можно отключить, но в целом существование в Keystone проектов подразумевает то, что люди из разных проектов не могут посмотреть, что делают люди в другом проекте. А по-хорошему даже не должны знать о существовании людей в других проектах и о существовании самих проектов. Но для этого вообще-то нужно организовывать какую-то изоляцию трафика, который ходит между всеми машинами, и упаковывать трафик из виртуальных машин в специальные обертки. Это могут быть как физические планы, которые на свече, ты этому нейтрону говоришь, что вот для этого проекта используют диапазон планов от 300 до 400, а для этого проекта от 500 до 600. Не хватит их проблем. Ну, на самом деле там все просто, потому что для каждой сети создается один план. Можно упаковывать внешним уровнем, если у вас на свече не поддерживается. Вот берете там, ну, я не буду рассказывать, что это такое, довольно геморройная штука. Но, по сути, это VLAN поверх третьего уровня. Соответственно, следующее, зачем он следит, это уже внутри виртуальных машин. Как раз нейтрон создает виртуальные сетевые устройства. Точнее, говорит Нойер, как создавать виртуальные сетевые устройства. Передает всякие параметры, куда трафик уйти из этой машины. Говорит о том, что виртуальная машина может получить какое-то количество сведений о себе вот по этому искусственному несуществующему IP-адресу. И следит как раз за security группами. Я вот упоминал, что вот здесь там, можно поставить, что никто не должен ходить ни по какому порту, кроме 22-го. На самом деле правила можно создавать более-менее любые. Это немного хитрее, чем обычные IP-tables, потому что здесь можно сказать, что опускай-ка всех на порт 5778 от всех машин, которые входят вот в такую-то группу машин. То есть у вас нет заранее знаний о том, к каким сетям они принадлежат, это как-то на лету разруливается. Так, ну, соответственно, в последнее время там появилось некоторое количество няшечек, которые позволяют показывать, ну, сетевую топологию. Одним отдельным расстройством у меня было то, что, оказывается, все-таки нейтрон не умеет создавать каскадные иерархии сетей, чего вот я, например, очень хотел. То есть, на самом деле, вы можете использовать его как маршрутизатор между разными внешними сетями, но вы не можете сделать фокус с тем, что у вас есть внешняя сеть, внутренняя сеть и еще одна внутренняя сеть, которую не должна видеть вот эта первая часть. Я не знаю, это они рано или поздно победят, потому что в баг-трекере я видел багов 50 с этим связанных, но как-то я ожидал чуть большего. С другой стороны, даже этого хватает с лихвой. И более того, нейтрон позволяет виртуальным машинам выделять, ну это не очень показательный скриншот, но по сути он умеет давать
внешние IP-адреса для виртуальных машин так, чтобы виртуальные машины об этом даже не знали. То есть вы создали виртуальную машину в какой-то скрытой сети, вот такой вот, и снаружи сказали, что присобачен к ней адрес из внешнего пула адресов так, чтобы весь интернет видел эту машину. Так вот, машина об этом даже не узнает, потому что все идет через OpenStack и скрывается целиком как раз в эти туннели. Соответственно, ну, дальше уже достаточно прикладные сервисы. Синдер я уже упоминал несколько раз. Это специальный такой сервис, который выделяет вам по протоколу ISCASI блочное устройство. Вы ему говорите, я хочу, чтобы у этой виртуальной машины был диск DEV VDB размером 40 гигабайт. Ну, он говорит, окей, пожалуйста, отдал. Физически это хранилище может быть где угодно. Ну, не где угодно, как бы, если у вас есть специальная железка, то где угодно. В базовом случае можно просто настроить саму эту машину так, чтобы она просто отдавала свои локальные диски или еще какие-нибудь удаленные, к которым она подключена, типа сама. Второй фокус заключается в том, что при помощи этого сервиса можно обеспечивать классы доступа. То есть вот тот же Amazon, он предлагает вам, смотрите, вы можете создать виртуальную машину, в которой стоят там супер древние SATA диски, вы можете выбрать себе там 15K FPM диски, которые побыстрее, там, дуплексами и так далее. Можете выбрать себе виртуальную машину, у которой будет RAID из 8 SSD дисков и вообще будет работать как надо. Вот здесь то же самое можно делать. Здесь только никто не гарантирует количество EOPS-ов, потому что оно все делится. Но я думаю, это они тоже когда-нибудь допилят, потому что просто здесь нету промежуточного слоя, который следит за качеством обслуживания. Но выглядит довольно банально. Берем, выделяем и пошли. Соответственно, этот же сервис позволяет вам делать бэкапы и позволяет делать снапшоты. Причем это приятная часть, умеет делать снапшоты на лету. То есть у вас машина вообще включена, отслоили себе текущее состояние, уничтожили, испортили каким угодно образом машину, запустили с той точки, где остановились. Операция дорогая, скорее всего, я просто не проверял, но подозреваю, что замедляет вообще работу системы. Но если у вас есть специальная железка, которая это умеет делать на хардварном уровне, то, может быть, все будет в порядке. Соответственно, дальше Glance. Glance – это очень простой сервис, он хранит в себе базовые образы систем. То есть, с чего мы вообще должны запускать виртуальные машины. Работает вообще с любыми форматами, какие существуют. С докером все грустно, я как бы проверил, что он работает и работает неплохо, но образы нужно руками строить. В гайде говорят, что не давайте пользователям заливать собственные образы, иначе они украдут ваше облако. И в целом я немного озадачен, то есть я знаю, как из докера выйти, но чтобы настолько все плохо было, не ожидал. Но в целом реально работает вообще все. Я даже серверный Ubuntu 12 выпускал, что достаточно неожиданно для OpenStack. Выглядит тоже достаточно банально. Вот у вас есть базовый образ. По сути, этот образ копируется на машину, компьютер-ноду, на которой будет запускаться эта виртуалка, и, собственно, с нее и запустится. Там произойдет ресайз диска правильным образом, так чтобы все занимало все пространство, и все. Но эти образы вообще никогда не портятся, они только редонлят. Да, еще один интересный момент, если вы, это может быть неинтересно совсем новичкам, но есть еще одна интересная особенность, что если вы запустились с такого образа, то снапшот попадет сюда же. Но для того, чтобы снапшот попал вот в Синдер, о котором я рассказывал, нужно сначала создать копию образа отсюда, вот сюда, запуститься с него, и тогда снапшоты будут попадать в Синдер. Довольно нелогично и непредсказуемо, если не обратить внимание сразу. Дальше Swift. Swift довольно беспомощная хрень на самом деле, по сравнению с тем же S3, потому что они, ну, как беспомощные. Свою цель, конечно, они выполняют, но они позволяют просто вам к каждому файлу присобачить некоторые текстовые описания. Хоть в JSON, хоть в чем, это текстовое описание не должно превышать 2, кажется, килобайт. Попадает в иксатор
в локальной файловой системе, куда она там попадет, что сильно ограничивает выбор файловой системы в качестве базовой. Искать по ним ничего нельзя. То есть, может, если вы получили объект, вы можете прочитать его метаданные. Вы можете, не получая объект, прочитать его метаданные. Ну, например, найти все объекты, в которых там встречается такая-то строка, вы не можете, потому что там просто нет такого механизма. Это, с другой стороны, она хоть и достаточно беспомощная, но с архитектурной точки зрения, о чем я в следующий раз расскажу, довольно занятная фигня, потому что они организовывают три так называемых кольца, которые синхронизируются между собой по отдельности, и предназначены для работы на совершенно обычных компах. То есть можно собрать там весь хлам, который есть в организации, поставить туда пару пакетов, ну и развернуть себе хранилище, там, терабайт на 40. Ну, можно и больше. Swift еще интересен тем, что его можно заменить. То есть в целом можно вместо Swift использовать Ceph и Blaster, но это немного хитрее, и для последнего релиза это не поддерживается прямо сейчас. Ну, поддерживается, но не целиком. Но в целом почти любой выбор, кроме Swift, хорош. Но конкретно Swift еще умеет вот супер-киллер-фичу, которую я написал последним. Если вы имели дело с Hadoop, то вы должны знать, что такое HDFS. Собственно, это распределенная файловая система, в которой можно что-то делать. То есть у вас есть некий набор защитных узлов, которые что-то считают. Вы хотите, чтобы каждый узел взял, забрал что-то, посчитал там над своим куском данных и сложил все обратно с глобальной областью видимости. Так вот, Swift это теперь тоже умеет. Там, вот, таким образом, поднимать HDFS избыточно, потому что HDFS медленный, а Swift хоть и хреновый, но быстрый. Соответственно, выглядит очень банально. Через веб-интерфейс вы видите почти что проводник. Слева у вас половинка отвечает за папочки, справа половинка отвечает за файлы, которые в ней лежат. Организация исключительно двухуровневая, то есть первый уровень папки, второй уровень файла. Но можно создавать псевдо-папки, по сути, ну, как в Linux на самом деле работают. Это специальный файл, который размечает, какие из файлов в этой директории в ней лежат. Не очень понимаю, почему они сразу не сделали нормальную организацию, потому что они все равно используют XFS под собой, поэтому никакой проблемы держать прям папки-папки вроде как не было бы. Но в общем-то они этого не делают. Соответственно, хит. Да. Можно вопрос? Почему, за счет чего Swift быстрее HDFS? За счет того, что он не на Java написан, за счет того, что он гораздо... Питой. Чего? Питой. Нет, это не на Питой. Там как бы все упирается в то, что у Swift есть несколько сервисов. Собственно, есть сервисы, которые занимаются хранением, и они ничего не замедляют на самом деле, потому что это просто обертки над операциями в файловой системе. То есть ты сохраняешь файл, и Swift настроен так, что у каждого файла есть три резервные копии. По сути, Swift в этой точке занимается тем, что у него уже есть файл, и он говорит, кинь вот в это кольцо и в это кольцо. Ну и все. Собственно, здесь он ничего не делает, потому что файлы копирует он RC-ником, который на чистых сях, файловые системы на сях и ассемблере, ну, как бы, никакого провала нет. И есть отдельный компонент, это gateway, это точка входа, через которую ты в этот Swift попадаешь, их ты можешь настроить сколько угодно, главное, чтобы они были в той же сети. Ну, и вот здесь, как бы, провал доступа нивелируется тем, что ты можешь поднять много гейтвеев, как минимум. У них все упирается в то, что я принимаю HTTP-запрос, я проверяю, тебе можно сюда или нельзя, о, можно, иди. Ну, все, опять же, никого тупака. При этом, поскольку оно на локальных дисках, все, что ниже самого Swift на сях, это реально быстрее. Потому что в HDFS он еще в любом случае использует все то же самое, плюс еще Java. Плюс ему нужно еще сделать парочку обращений к name-ноде, к запасной там name-ноде, к data-ноде, проживать кто где лежит, собрать, возможно, из разных кусков. Ну, конечно, сам понимаешь. А во-вторых, HDFS изначально нацелен на то, что ты заранее знаешь, к
природу данных, которые там лежат. Когда ты создаешь уже DFS-файловую систему, ты знаешь, что у тебя там размер страйпа 32 мегабайта. Это значит, что мелкие файлы, там, по 2-3 килобайта, ты будешь доставать все равно целым страйпом, а потом он будет выковыривать из него 3 килобайта. Ну, короче, тонкий пример. Могу сказать, что Swift в разы медленнее, чем Gluster, потому что Gluster вообще весь на себя. Но в разы быстрее, чем уже DFS. С другой стороны, он теряет в применении к Hadoop одно из основных преимуществ, к слову. Это локальность данных. Потому что все данные, которые ты достаешь из Swift, не локальные. Их все равно надо откуда-то вытягивать. Ну, короче, не знаю, на самом деле. На нем много чего разного говорят. Некоторые говорят, что супер штука масштабируется до 10 тысяч узлов. А мы два раза смогли его просто случайно убить на двух машинах. Ну, то есть вот очень смешанные у меня ощущения от таких штук, потому что вроде как должна быть очень надежной, а с другой стороны полетел один диск и привет. Ну, а с другой стороны они вроде говорят, что при этом ничего не ломается, потому что мы держим супер много копий. Как это воспринимать, не знаю. Подожди, у тебя два диска, я три, если бы было. Две машины, по четыре диска, у нас вылетел диск и хана. Но это, скорее всего, мы где-то облажались. То есть, непонятно. Так, хит. Про хит я буду потом отдельно еще рассказывать с примерами и всякими полезностями. Но в целом изначально проект появился как прослойка между как раз амазоновским API оркестрации и OpenStack-овским, потому что в OpenStack есть собственные вызовы к метаданным, которые делаются как раз с помощью искусственного IP-адреса 169, что-то там, 169, что-то там. Это служебный адрес автонастройки. Но, короче, они всегда в роли загоняющих. С другой стороны, если ваши темплейты из Amazon не слишком сложные, то их можно просто засунуть туда, и он как-то их оттранслирует. Ну и, соответственно, предоставляет он возможность создавать называемые стеки виртуальных машин. То есть вы специальным образом можете в YAML файле описать взаимодействие между несколькими видами виртуальных машин, что, типа вот здесь возьми, забери MySQL, засунь и застри вот эти вот данные, запусти машину, подключись вот сюда-то, а для второй машины, что типа скачай pip, поставь его, обнови питон, поставь какой-нибудь пакетик этим пипом, и вот подкинь вот этот конфиг, который обращается к MySQL на другой машине. Ну, сейчас вообще из головы придумал, на самом деле, но вот примерно такие штуки он позволяет делать. Вот этот темплейт занимается тем, что создает 2000 микромашин, которые каждая зависит от следующей. Мы проверяли таким образом, что сама система не ломается. Соответственно, все данные, которые там хранятся, ну, собственно, это декларативный язык оркестрации, в котором вы получаете ресурсы вот примерно таким способом. Но об этом я реально буду потом отдельно рассказывать, потому что штука довольно вывернутая наизнанку, и там на ней нужно говорить в сравнении с другими системами оркестрации. В этом плане могли видеть, что отдельная лекция на это будет. Соответственно, Сахара — это то, чем мы занимались в прошлом году и еще будем заниматься в этом частично. И это как раз такой небольшой шаг от OpenStack в сторону того, что умеет Amazon. В Amazon есть специальный сервис, который называется Elastic, чего там, Elastic MapReduce, который позволяет закинуть заранее написанную программку на условном Hadoop'е, на Spark'е, еще на чем-нибудь, выбрать из выпадающего окошка, что это за программа, где ей брать данные, нажать «Посчитай», Amazon заберется с вас за это в 5 раз больше денег, зато сразу же выплюнет результат. То есть для всяких там биологов и таких товарищей вообще идеальный вариант, потому что программы они пишут чаще всего не сами, настраивать тот же Hadoop и Spark вместе они не умеют. С другой стороны, там, какие-то результаты им все равно от этого не перестают быть нужны. Вот примерно такой штукой занимается здесь Сахара.
Там зашито несколько дистрибутивов для обработки больших данных от разных вендоров. Там есть Cloudera, Mapper, Fortinworks и несколько, которые они выключили и сказали, что они нестабильные, поэтому не смотрите на них. И, в общем, туда можно закидывать некие задания. И вот сейчас будет слайдов 20, наверное, где я покажу, как это работает, потому что мне говорили снимать скриншоты со всех предыдущих сервисов, потому что с ними, типа, если надо, разберешься. А здесь черт много условий, потому что с интерфейсом у них вообще плохо. Смешной факт. Все формочки, которые вы сейчас увидите, это результат работы питоновского генератора JavaScript и HTML. То есть каждый вызов порождает генерацию этих, примерно полумегабайтных текстовых файлов, которые запихиваются к вам в браузер, сжирают примерно весь ваш процессор и половину памяти. И они не гордятся этим, но я не понимаю, как они вообще к такой жизни пришли. Мы просто с этими ребятами довольно тесно общались весь прошлый год. Собственно, в прошлом году, как раз пока мы с ними общались, мы запилили поддержку Spark вот в эту всю фигню. Так что теперь можно кидать задания как раз для Spark. И для Spark же мы запилили поддержку Swift вместо HDFS. Так что можно просто писать прямо внутри Spark приложения, типа вот возьми Swift двоеточие слэш слэш вот это, а он будет думать, что это Hadoop. Ну, значит, что это HDFS. Ну, в общем, как я уже сказал, достаточно вываливающий мозг туториал, который я просто вырезал из одного из своих старых докладов. Раньше тут вообще все грустно было, только в последней версии они впилили хоть какие-то визарды, которые позволяют что-то делать еще. Ну, соответственно, вы заходите в Frame Data Processing, ну, не называется же Elastic Map Reducing Snowball, с учетом того, что Amazon Elastic засунет. Нажимаете кнопку «Хочу» — сначала создать шаблон кластера. Я выбираю как раз вендора, который это все будет обслуживать. Вот хочу Cloudera 5.4. После чего я должен задать некие типы узлов, которые подразумеваются в моей конкретной задаче. Вот есть у меня мастер-нода. Я хочу туда зафигачить там, условно name-ноду, хочу там, HDFS Gateway, хочу Job History, хочу там я. Вот очень хочу я. Соответственно, выбираю тип виртуальной машины, которая под этот мастер будет идти. Выбираю, где она хранится будет. Можно выбрать там, в тот же Cinder, можно выбрать то, что исчезает сразу же. И говорю, что типа вот отсюда бери IP-шники, потому что этим машинам нужно каким-то образом попадать. И если у вас нет внешних IP-шников, например, ну, много нету, хотя бы один нужен, я кликаю на кнопку, типа, все запросы к узлам проксирую через мастерно. Не знаю, работает это или нет, потому что я вообще-то не понимаю, как они это могли сделать. Сейчас я понимаю, но что-то, мне кажется, они вряд ли потянули. Дальше мы выбираем список сервисов, как раз, которые должны крутиться на этом мастер-узле. Вот это как раз необходимый набор для того, чтобы запускались Spark-задания. И создаем ноды-воркера, которых будет много. То же самое. Здесь вот нам нужна только вот такая штука, и вот это, я не знаю, почему здесь не выделено, но, конечно, вот это тоже нужно. После чего мы создаем темплейт-кластеры. Здесь нужно указать какие специфические настройки, можно вообще ничего не трогать, дать им имя и задать количество узлов. Вот у меня будет один мастер-узел и три слейва, например, три воркера. Можно, в принципе, настроить в каком-нибудь HDFS parameters количество копий, которые он будет держать для каждого объекта. Или еще какие, размер блока. Оно все попадет как раз внутрь этих виртуальных машин, само настроится. Соответственно, и дальше можно этот кластер запускать. Запускаем. Говорим, что вот хочу вот этот темплейт кластера, хочу взять вот эту операционную систему. И это, кстати, очень удобно, потому что можно подсунуть ему голую операционную систему, берете последний Cloud Image и вперед. Точнее, не так, но очень близко к тому.
Или вам не нравится Убунта, кидайте туда Центурь. И Сахара, как раз используя хит, поставит туда всякую хрень, которая ей нужна. Соответственно, указываете ключ, при помощи которого вы туда будете попадать, и в какой сети менеджмент адресовать. И вот он берет и запускается. Это, короче, не должно было... Нормально. Это задание, которое выполнилось и у которого я уничтожил кластер в какой-то момент. Собственно, мы пришли как раз к второй части. Вот у меня есть кластер, на котором можно гонять все эти задания. Запускается он там минут за 5-10, то есть достаточно быстро, потому что настроить собственный кластер, в котором будет одновременно Yarn, Hadoop, HDFS, Hive и UZI, это, ну, так, денек-два, если знать, что делаешь. А здесь, хоп, нажал и пошло. Соответственно, теперь сделаем жизнь простой для этих биологов. Им нужно просто сказать, что вот, типа, на чем у меня написана наша программа, здесь список на самом деле чуть больше, это не совсем актуальная версия. Хочу создать такой темплейт, то есть чтобы одно и то же задание можно было перезапускать много раз. Выбираю главный бинарник из того, что я туда подозревал. Бинарники можно хранить в Swift'е, можно хранить во встроенной таблице с блобами, но лучше так не делать, конечно. Соответственно, и нажимаем «Пошел», давай, иди запускайся. Дальше, для того, чтобы, например, использовать тот же Swift, здесь достаточно просто указать свой логин-пароль, чтобы кластер смог к этому Swift'у подключиться. Потому что он изнутри, ему нужно наружу как-то вырываться. И говорим, что вот запускаю этот бинарник с вот такими-то параметрами командной строки. Вот, хочу читать, соответственно, это обычное приложение Word Count было, хочу читать текстовые файлы вот из этого input. И пошел. Собственно, он запускается, говорит running, если повезло, то он еще и становится succeeded. Вот. Короче, в этом году и в конце прошлого мы активно занимаемся тем, что тот же самый товарищ наш Борис Павлович нам рассказал о том, что ему неизвестно ни одного кластера OpenStack, который состоял бы больше, чем из 200 машин физических. И это смешно, потому что Павлович работает в одном из проектов OpenStack, который занимается тем, что проверяет компоненты на их устойчивость, поломки и прочее. Проект называется Rally. Он не интегрирован с OpenStack, его можно просто поставить, натравить на чужой OpenStack, после этого хохотать и, в общем, радоваться тому, какой вы злобный хакер. Но, конечно, на нас, пожалуйста, не тестируйте, потому что очень неприятно все будет, если это сделать. Но, короче, они с помощью этого проекта ищут уязвимые места и стараются всячески поломать. Называют они это контролем качества. Все остальные проекты от них отбиваются как могут и говорят, что ничего делать мы не будем, идти в жопу. В общем, в очень двойственном положении наш друг оказался. Но он нам как раз сказал, что одна из главных причин всех этих проблем – это то, что Keystone – это адская хрень. Потому что Keystone вообще весь написан на питоне, настраивать его можно, но масштабируется он условно линейно, хуже, чем линейно, на самом деле, от физических ресурсов, которые ему доступны. То есть рано или поздно вы просто упретесь в эту одну или три машины. А это, в общем-то, единственный вариант деплоя. То есть больше, чем на трех машинах, вы его не развернете, потому что начнет тупить просто из-за того, что нужно данные синхронизировать с большим числом узлов. Вот. Соответственно, да, я сказал про 200. 200 – это как раз новая ситуация, когда Keystone под Keystone отводится отдельный кластер из трех машин, которые между собой очень быстро разговаривают и так далее. А если Keystone это одна машина, какой угодно мощность, то там вообще 120. Так вот, исследуем мы все довольно забавно. Мы разбили Keystone на три основных слоя, потому что он, вообще говоря, из отделимых слоев состоит. Там есть часть, которая отвечает на запросы, точнее, который принимает запросы, парсит HTTP заголовки, тела и так далее, и превращает это все в SGI. И эту часть можно обрабатывать довольно по-разному. Можно использовать встроенный сервер, можно использовать там
всякие связки, как деплоить вообще USGI. Там, очевидно, есть неупомянутый здесь USGI middleware слой, который непосредственно четче считает. Там есть слой, который разговаривает с SUBD. Здесь как бы вариативность только в самой SUBD, потому что это SQL Alchemy, который является обычным VR. То есть к чему подключишь, система будет работать. И мы как бы чередуем непосредственно слой хранения, чтобы понимать, не упираемся мы, вот, может быть, мы просто не можем писать, например, выданные токены настолько быстро, насколько нужно. Так вот, мы написали специальный общедоступный проект, который позволяет всю эту хрень в пару команд запустить и проверить. Для этого нужна одна отдельная машина, которая будет гонять тесты удаленные, и нужна машина, на которой будет разворачиваться keystone в одной из конфигураций. Соответственно, одной из конфигураций — это в смысле, что в любой из 12. Ну да. Короче, и мы создали некоторый обычный, самый простой тест, который создает один проект, создает одного пользователя, а потом начинает довольно долго и нудно выдавать ему все новые, новые, новые ключи. Открытие наше заключается в том, что Keystone начинает это делать все медленнее, 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 до тех пор, пока не подбирает ключи. И рано или поздно мы выясним, что именно к этому приводит. Сейчас вот я, например, думаю, что он просто течет. То есть у него кончается память, и он начинает адски тупить. Но, в общем, смысл в том, что он начинает за 6 минут, если выбрать RPS 140, то есть количество запросов в секунду, которые к нему делают, то он валится за 6 минут. Ну, в смысле, что он начинает сыпать ошибками через 6 минут и 1 секунду на довольно мощной тачке, который, условно, 32 гига памяти, есть вот отдельный рейд из SSD. Мы базу вообще в TNPFS в какой-то момент заталкивали, но в данном случае не показательно, потому что если у него в памяти проблемы, то в память же кидать базу довольно тупо. Ну, в общем, мы сейчас с этим копаемся уже несколько месяцев, так что скоро поймем, что происходит. Так вот, а в чем фокус-то? Ну ладно, не могут пользователи токены получить, горе-то какое. Там человеку нужен один токен раз в неделю, все равно его где-то сохраняешь и потом переиспользуешь, потому что у каждого токена есть время жизни. Фокус в том, что Keystone обслуживает вообще все сервисы OpenStack, потому что OpenStack нужно, чтобы выделять ресурсы, проверять, а не пришел ли к нему какой-нибудь чужой хрен, который пытается у него что-нибудь украсть. То есть я посылаю запрос, я хочу вот для нового вот этот образ виртуальной машины, а на самом деле я не для новой его хочу, а хочу себе взять там и продать за 100 тысяч долларов. Вот, короче, на каждом запросе к каждому сервису, и более того, они еще и хардбит кое-какой посылают, они спрашивают Keystone: эй, вот этот чувак с вот этим ключом он ок, а вот этот, а вот этот, а вот этот. И самое смешное, что вот в этом деплое ни одного сервиса у нас нет. У нас есть только Keystone, больше никого. То есть его никто в этот момент не спрашивает. Так вот, магическое ограничение в 120 машин на один Keystone, я подозреваю, очень сильно берется как раз из-за того, что он начинает валиться на 140 RPS, потому что в среднем каждый сервис раз в секунду посылает по запросу, ну и все, как бы, все занято. Ну, короче, это все уже... А, нет, это я как раз не рассказал, но и не хочу рассказать. Все.